Депутат Заитов, прошу вас, как гражданин нашей страны, предоставить доказательства своим словам, которые вы произнесли в одном из интервью, о том, что якобы 80% мошеннических действий в нашей стране совершаются людьми, которые совершают намаз. Прошу вас предоставить доказательства этим словам. В противном случае лично я буду считать вас просто болтуном. А болтунам, как известно, не место в таком месте, как парламент. Поэтому, если вы не предоставите доказательства этим словам, которые порочат верующих людей, оскорбляют их чувства, прошу вас оставить кресло депутата и уступить его более компетентному человеку, потому что люди, которые не могут ответить за свои слова, не должны представлять законодательную власть в нашей стране. Спасибо.